Ребят, мысль такая. Я хочу поделиться такой, скажем, философией. Я причина всего, что со мной происходит. И с некоторых пор, ну, относительно не с давних, скажем так, пор, я начал считать и больше убеждаться в этом. То есть, и я понимаю, что это единственная правильная философия. Понимать и осознавать, что ты являешься причиной всего, что с тобой происходит. Все, что случается в твоей жизни или не случается, этому вина только ты. И ответственность за это только на тебе. История следующая, что очень многие люди привыкли винить кого-то, ну, что-то, внешние обстоятельства, дождь, не знаю, правительство, женщин и так далее, и тому подобное. То есть, это ни к чему не приводит, ребят. То есть, признаюсь, что мой мозг постоянно пытается меня в этой философии разубедить. То есть, он постоянно подкидывает какие-то ситуации, когда говорит мне: смотри, видишь, Вован, ты здесь ни при чем, так получилось по каким-то внешним обстоятельствам, внешним факторам. И это не твоя вина, это не твоя ответственность. Но если проанализировать и покопаться, то можно все равно понять, что это твоя ответственность, это твоя вина, и в 99% случаев эта философия, она единственная верная, пожалуй, потому что она к чему-то тебя толкает. У нас такова реальность, что у нас большинство, ну, реально абсолютное большинство людей в этой стране, в России, они так не считают. Они считают, что они причина всего того, что с ними происходит. Поэтому они так херово и живут, как бы. И тут история следующая. Например, в какой-то момент ты осознаешь, что что-то не так. Ты можешь, конечно, ну, если взять аспект женщин, например, да, ты можешь ходить и с пеной у рта доказывать всем и себе в первую очередь, что они все меркантильные, они там такие-то, такие-то, они все тебя не оценили, они все озабоченные развратные шлюхи, они неверные, они такие-то, такие-то. Некоторые даже убедили себя в том, что я просто слишком крутой для них, для этих женщин. Я слишком клевый. Они просто недостойны меня, поэтому я один. Ребят, ну если вам нравится так думать, если вам нравится обманывать себя дальше. Ну и вообще во всем в жизни так. Там, меня не устраивает моя работа, меня не устраивает мое финансовое положение, меня не устраивает мое тело, меня не устраивает мое здоровье. Кто виноват, кроме вас? Вы сделали определенный порядок действий, или там не сделали каких-то действий, которые вас привели к тому результату, который есть сейчас. И не более того, только вы эти действия делали, неправильные действия, либо не делали вообще никакие действия. Поэтому чем скорее, я считаю, вы начнете осознавать, что вы причина всего, что с вами происходит, тем лучше. Потому что вы можете осознать, что вас не устраивает вас, ваша жизнь, какая-то жопа в ней происходит. Вы в какой-то момент останавливаетесь, думаете: блин, меня вообще все не устраивает, все плохо. И что делать? И в этот момент есть только два пути, правильный и неправильный. Неправильный — это начать гнать на внешние обстоятельства. Блин, но это же не я, это же вот так сложилось, так случилось, это мои родители, это президент, это девушки, это мой директор, бла-бла-бла, это моя бывшая. Это, ну, там, город, в котором я живу и так далее. То есть, если вы начнете в этот момент искать причины в ком-то, в чем-то, кроме вас, вы никуда не продвинетесь. Никуда. В этот момент лучше всего осознать, что да, так случилось. Наверное, я что-то делал не так. Тотально, в комплексе, глобально. Или там не делал того, что он мог сделать или должен был сделать. И сейчас, осознав то, что я есть причина всего, что со мной происходит или не происходит, того, что я хочу, вы берете и начинаете, взяв эту полностью ответственность на себя тотально, что-то менять. И только из этой позиции, что вы причина всего, что с вами происходит, вы сможете что-то в этой жизни поменять. Вот я решил с вами поделиться этой философией. Еще раз хочу как бы спустить себя с небес на землю, и чтобы вы не думали, что я тут сижу выпендриваюсь. Я не так давно окончательно к этой философии пришел, потому что в моей жизни была достаточно долгая полоса, когда я так не считал. Мне было привычнее и удобнее винить кого-то другого или что-то другое. И так на самом деле проще, потому что всегда проще обвинить кого-то. Вы же не можете повлиять на внешние обстоятельства якобы, да? Поэтому так проще, вы обвиняете внешние обстоятельства, это дает вам возможность ни хера не делать дальше, продолжать ничего не делать дальше.
А когда вы начинаете осознавать и уже окончательно для себя выбираете философию, что я причина всего, что со мной происходит, вам уже некуда отмазываться внешними обстоятельствами. Вы либо делаете, либо меняете свою жизнь, себя, свой мир вокруг, и либо ничего не делаете. Вот. И еще раз хочу сказать, что я постоянно натыкаюсь сам на такие мысли, что моя башка, ну, мозг, он очень хитер. Что она, эта голова, пытается меня в этом разубедить, что не-не-не, чувак, это вот так сложились звезды, так получилось. Не, нифига. Единственная правильная, эффективная философия, которая к чему-то когда-то вас приведет, я являюсь причиной всего, что со мной происходит. Это был Шамшурин. Увидимся. Пока.